Городской клинической больнице номер 1 – 35 лет. Не так много, но уже и немало. За это время больница успела стать многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, которое оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь на уровне современных требований не только жителям Чебоксар, но и всей республики. Большинству жителей столицы Чувашии так или иначе приходилось обращаться в городскую клиническую больницу номер 1, которую чебоксарцы по укоренившейся привычке называют больничный комплекс. Летопись больницы начинается с 1977 года, когда на площадях здравпунктов завода промышленных тракторов была открыта медико-санитарная часть для обслуживания работников предприятия и жителей Калининского района столицы республики. Оказывается, медицинская помощь самого высшего уровня, и, естественно, люди едут со всей Чувашии и из других городов. Коллектив этой больницы всегда стремился познать больше, получить лицензии на разные виды медицинской помощи, хотя можно было пожинать на лаврах, но тем не менее коллектив не сидел на месте. Сейчас внедрено очень много новых современных технологий. Это медицинское учреждение, которое стремится вновь открывать такие виды медицинской помощи, которые не входят и в программу государственных гарантий. В Театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею больницы. Все, кто пришел поздравить медиков, так или иначе знакомы с их работой. Так что пожелания не дежурные, а отзывы искренние. Это те организаторы здравоохранения, за широкими спинами которых прекрасный коллектив. Трудоспособный, целеустремленный, ну и самое главное, с душой всегда с открытой относится к больным. Еще раз вас с праздником, еще раз вам всем здоровья, благополучия и удачи. И мы очень рады видеть вас на нашем празднике. Приглашенные на день рождения не раз подчеркивали, что городская клиническая больница номер 1 является ведущим учреждением здравоохранения столицы Чувашии. Здесь успешно внедряют новые методы диагностики и лечения, применяют в работе высокие технологии, постоянно совершенствуют свое мастерство. Татьяна Филатова, Игорь Поручиков, Николай Яковлев, Республика.